Датская народная сказка. Читай, как называется. Ханс и Гретта. Да, Ханс и Гретта. На краю деревни у околицы стоял одинокий покосившийся домишко. Жили там муж и жена со своей единственной дочерью, а звали ее Гретта. Жили они в большой бедности, хоть и трудились с утра до вечера. Гретта была девушка работящей и красивой. Одно нехорошо. Не умела она держать язык за зубами. Болтала без умолку, что надо и что не надо. Да и то сказать, у отца ее с матерью тоже язык без костей был. В той же деревне была богатая усадьба. И жил в ней молодой и красивый парень Ханс. Отец его умер и отказал все свое добро сыну. Жил Ханс с матерью. Старушка домовничала, а Ханс всю мужскую работу в доме справлял. Шел Хансу 20-й год, и жениха богаче во всем приходе не было. А уж пригож был Ханс, первый на всю округу красавец. И не мудрено, что девушки по нему сохли. Грета бывало тоже на него заглядывать. Как-то утром, только рассвело, приходит Ханс на поварню, где стряпала Грета, и говорит: «Послушай-ка, голубушка Грета, девушка ты скромная, добрая, и очень мне по душе пришлась. Надумал я взять тебя в жены. Только гляди, до поры до времени никому про это не сказывай». Боялся Ханс, не проведала бы мать раньше срока, что задумал он сватать девушку из бедных. Хотелось ей невестку побогаче да познатнее. Вот и попросил Ханс, чтобы Грета помолчала. «Спасибо тебе», — отвечает Грета, — «уж я-то не проболтаюсь». Ушел он, а Грета опять взялась за стряпню. Молочный кисель к завтраку готовила. Засыпала она в горшок пригоршню другую муки, развела молоком, стряпает Грета, а у самой только Ханс на уме. Вот и засыпала она невзначай золу в кисель вместо сахара. Помешивает Грета кисель у половником, а сама от счастья будто солнышко сияет. Мать ждала-ждала завтрака, не дождалась и пошла поглядеть, что эта дочка на кухне так замешкалась. Пошла она в кухню, увидела дочку свою, да как закричит: «Ты что, Грета, делаешь? Да чего золу в кисель сыпешь?» «Ох, матушка», — отвечает Грета, — «я от радости себя не помню». «Что же ты так обрадовалась?» — спрашивает мать. «Был тут Ханс, сказал, что возьмет меня в жены, да только с уговором молчать да про это до поры до времени». «Ой, ну уж мы-то не проболтаемся», — говорит мать. «Вот счастье-то привалило». Стала она сама киселю половника мешать и вовсе горшок опрокинула. И отец ждал-ждал завтрака, не дождался, пошел поглядеть, чего эта дочка с матерью на кухне замешкались. Входит он в кухню и видит, горшок опрокинут, а кисель весь по столу разлился. «Это чего вы тут настряпали?» – спрашивает хозяин. «Ох, батюшка, мы от радости себя не помним», – один голос отвечает мать с дочерью. «Чему же вы так обрадовались?» – спрашивает отец. «Был тут Ханс и сказал, что возьмет Грету в жены, да только с уговором молчать про это до поры до времени». «Ну, за этим-то делом не станем», — говорит хозяин. На радостях и он про завтрак забыл. Вышел во двор и давай коней своих задом наперед в телегу впрягать. А мимо как раз Ханс проходил. Увидел он, что хозяин выделывает, и удивился: «Ты зачем это коней мордой к телеге ставишь?» «Ох, Ханс», — отвечает отец, — «я от радости себя не помню». «Чему ж ты обрадовался-то?» — спрашивает Ханс. «Как чему? Ты ведь сказал, что хочешь нашу дочку в жены взять», — удивился хозяин. Разозлился тут Ханс и говорит: «Да, хотел. А теперь я свои слова назад возьму. Не сумела она удержать язык за зубами, пусть на себя пеняет». Пошел Ханс своей дорогой, а Грета осталась ни с чем. С той поры Ханс к ней носу не казал. И вот дошел однажды до Греты слух, будто посватался Ханс к дочке богатого хуторянина, и в воскресенье будет оглашение в церкви. В воскресенье Грета говорит матери: «Схожу-ка я нынче в церковь, перекинусь словечком с моим суженым». Вошел Ханс со своей невестой в церковь, а Грета улучила время, отозвала его в сторону и шепчет: «Хоть и покинул ты меня, а я тебя из сердца не выкинула». Видит невеста, что какая-то девушка с ее женихом шепчется. Ну, Ханс его спрашивает: «Так что это, кто это, и чего это она тебе на ухо шептала?» «Да одна тут», — отвечает Ханс, — «обещался я взять ее в жены, коль она про это до поры до времени не проболтается». А она не сумела удержать язык за зубами. «Слыхано или дело?» — усмехнулась невеста. «Неужто она помолчать не сумела? К
Кто ее за язык-то тянул? Я семерых женихов обманула и никогда об этом живой душе ни единым словом не проболталась. Вот только сейчас ненароком с языка слетела. Как услышал такие слова Ханс, так и пустился бежать. Только невеста его и видела. Рассудил потом Ханс. Все же Грета девушка скромная и работящая. Поженились Ханс с Гретой и жили долго и счастливо. И теперь еще живут, коли не умерли. Готова? Украинская народная сказка. Как пастух перехитрил царевну. У царя была дочь невиданной красоты и необыкновенного ума. Много женихов приходило просить ее руки, но ни один из них не мог сравниться умом с царевной. И тогда царь объявил по всем землям, что выдаст дочь за того, кто загадает ей 3 загадки, которые она не сможет разгадать. Услышал пастух про необыкновенную царевну. Что за диво живет в царских палатах, подумал он. А вдруг я перехитрю ее и возьму себя в жены? Сел пастух на коня и поехал во дворец. Захотелось ему воды попить. Остановился он у колодца, зачерпнул воды. Пока пил, конь хлеб в торбе съел. Есть одна загадка, подумал пастух, и поехал дальше. В темном лесу сбился он с пути. Чтоб дорогу найти, стал к деревьям приглядываться, с какой стороны мох растет. Увидел и подумал, есть и вторая загадка. И поехал дальше. Смотрит охотник, целится в зайца. Есть и третья загадка, обрадовался пастух. Много дней прошло, пока добрался он до царского двора. «Приехал я, добрый царь, дочь у тебя сватать». «Мою дочь?» – удивился царь. «Многие хотели женихи на ней жениться, да ума разума у них не хватало». «А я попробую». Царевна даже не посмотрела на пастуха. «Ну, загадывай свои загадки», – говорит она. «Первая загадка. Хлеб съел коня». Сколько ни гадала царевна, разгадать не могла. «Не знаю», – говорит. «Хлеб съел коня, царевна моя, это вот как. Был у меня конь, я заслужил его за многие годы работы. Раз съел он хлеб из моей торбы, а хлеб был отравлен. Вот и выходит, что погиб мой бедный конь, хлеб его съел». А вот вторая загадка. Глухие и слепые, а дорогу показывают. Думала царевна, думала и опять ничего не придумала. «Это деревья, царевна», — ответил пастух. «Мы в лесу по деревьям узнаем, где север, а где юг». Есть и третья загадка. Мясо убежало, а железо осталось на месте. Сколько ни ломала голову царевна, но и эту загадку разгадать не смогла. «Охотник в зайца стрелял», — говорит пастух. «Заяц убежал, а охотник с ружьем остался на месте». Хотел царь или не хотел, но отдал дочь за простого парня, который оказался умнее знатных женихов. Вот и сказки конец. А кто слушал? Молодец! Молодец! Ура!